У сувязі з эпидемиологической ситуацией предприятие «Гомель-Энерго» укоронило систему видеоконференции сувязи для навучання персоналу. Першими опробовали новый режим аппаратчики химвода очистки электростанции. Больше подробно у наступном материале. Ноутбук або камера на персональном компьютере и интернет. Это все, что необходимо для подключения до новой системы видеоконференц-сувязи. У навучальном центре предприятия «Гомель-Энерго» навучание набыло новый режим. Систему запустили 31 соковика. Першими, кто ее прошел, стали аппаратчики химводоочистки электростанций. До такого формату треба привыкнуть, але он позволяет притягнуть до навучания слухачов и позаштатных выкладчиков, которые находятся на отдаленных объектах предприятия. За одну лекцию до платформы может долучиться от 2 до 50 человек. Плюсы обучения в том, что нет необходимости нам куда-то выезжать, где-то собираться в одном месте в условиях такой обстановки. Значит, наша программа позволяет, в принципе, то, что мы используем, демонстрировать. И, как видно на презентациях, вот здесь и фильмы какие-то, и фото-видеоматериалы другие, ну, при необходимости, конечно. Так, ну да, это что-то новое, к этому, наверное, надо вот немножко как-то привыкнуть. Ну, а в общем-то это удобно. Вот напрямую преподавателю я могу задать вопрос, который меня интересует. Я и любая точка подключения, которая у нас сейчас в эфире. Не обыходить боками практичные задания. Работники, которые проходят навучание, отрымливают их от лекторов, а затем уже выполненные отправляют по электронной почте. Кураторы групп выставляют отзнаку. Когда у слухачов возникают вопросы, то они в любой момент могут задать их майстру вытворчего навучания. Нарады и навучание в формате онлайн дают додатковую возможность для обмена информацией. Она позволяет избежать личного контакта персонала, минимизировать эти контакты. Соответственно, данная платформа позволяет проводить не только дистанционные семинары и совещания, ну и проводить обучение. Поэтому в этих условиях она оказалась чрезвычайно удобна и полезна. Штогод у центра проходит навучание каля 3000 специалистов из усяго предприемства «Гомель-Энерго», у тым лику и филиалов, размещенных у регионах. С 31 соковика по 15 красовика навучание прошли 30 человек. Зараз проходит 14 слухачов. У красовику и первой декаде мая пройдет еще 100 человек. На протягу года пройдут навучание все специалисты предприемства. Энергосистема повинна бесперебойно функционировать у любых умовах. От якости ее працы залежит стабильное обеспечение энергоресурсами предприятий и социальных объектов, а так само комфорт жихаров региона. На сегодняшний день обучение идет по цепочке. То есть в связи с тем, что на многих местах еще невозможно расширить точки подключения, поэтому обучение проходит одна, максимум две группы в неделю. Во всех филиалах предприятия установлены дозаторы с антисептиком. Размещены стенды с актуальной информацией. На уваходах у будинок есть специальные диванки с составом для опрацовки обутку. Сегодня на предприятии «Гомель-Энерго» работают больше за 8500 человек. Важно заховать их здоровье. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».